Здравствуйте. И, наверное, многие пользователи Steam столкнулись с такой проблемой, что после 1 января 2024 года стало невозможно пользоваться Steam на Windows 7, Windows 8.1, да и, в принципе, на всех версиях Linux старше, чем 10. В этом видео я вам покажу способ, как же исправить данную проблему. Итак, что нам нужно сделать для решения проблемы? Для начала давайте зайдем в Steam, и как видим, Steam прекратит работу через 0 дней, то есть уже сейчас. Код ошибки у меня возник из-за того, что во время записи видео у меня не было интернета. Итак, что ж, сейчас нам нужно в диспетчере задач закрыть все процессы, связанные со Steam. Снимаем задачу Steam. И вместе с ней закрываются все остальные задачи. Хорошо. Теперь нам нужно нажать на время. Оно вот здесь. И далее нажимаем на изменение настроек даты и времени. Изменить дату и время. И нам нужно выбрать дату, когда Steam еще работал на этих версиях Windows. Например, выберем 23-й год. Ну, 20 октября подойдет. Что ж, нажимаем ОК. ОК. И заходим обратно в Steam. Что ж, мы вошли в Steam. И что мы видим? Steam прекратит работу на Windows 8.1 через 72 дня. Соответственно, весь функционал у нас будет работать. Это вот мы и хотели. Что ж, в принципе, на этом можно уже и заканчивать. Но у меня есть к вам две последние просьбы. Первая – это поставить лайк. А вторая – по ссылке в описании у меня есть ссылка на Bloom. Это круче, чем Hamster Combat. Просьба потыкать. До свидания.